Жарат. Кто? Катя, у нее 17 бастионов. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите мою статистику, и охуевайте, какой я крутой. Ты меня, это не смотри, я не рак. Да-да-да, 17 раз вообще ни разу просто. Она прикидывается. Если бы вспомнить конец... Катя мечтает о фиолсете. Так, ребят, чуть-чуть. Все ж пачка. Хуй его знает, хилов заливать смысла нет, надо ДДшку выносить. Посмотрим там сыгранные. Кстати, а там не один хил случайно один не в ДД? Ой, блядь, ну неужели они сейчас, блядь, станут и будут? Ребята, залетайте в нас. Ладно, ребят, не буду мешать. Удачи вам, спокойной ночи. Спокойной ночи, больше. Кстати, Глад один, или то что там, кто там, танк еще есть у них, да? Ой, ёпта. Я папа, кстати, очень нехуёвый танк. Да. Очень нихуевый. Он в Дереке попадал, он пиздец, он, блядь, то не просто танк, он еще и бьет больно. Он реально папа. Но он пиздец больно бьет. Ну, блядь, ты что, издеваешься, что ли? Нет, а что, ну, в принципе, а как-то, блин, хреново то, что мы прячемся, не прячемся. Ну, они, блядь, сейчас будут ждать, типа, ребята, вот, бегайте у нас. Или нет, бегут. Все, врываются. Сорк, на сорке метки нет. Да я заеду не где-то стою. Единичку давай, хуярим, блядь. Катя. Блядь, ну. Труп, двойку. Ой, блядь, пиздец, я сейчас тоже буду труп. Я так притянул. Повесить, нормально. Единица встала, хуярь. Ну все, мне пиздец. Еще не пиздец. Ой-ка. Ебать. Я валяюсь. Тройка. Я блядь. Вообще, блядь, валяюсь. Тройка резкая. Тройка резкая. Да, ем. Гладов нету. Как ты там валяешься-то? Фу, я, блядь, я в углу лежал, блядь. Единица встала. А, не встала, вру. Труп. Давай этого ебаного сорка, блядь. Сорка, да. Танк нет. Да нахуй. Нет. Сорка. Вот медь сорка пока есть возможность. Блять. Открыть панель, блин. Блять, левой кнопкой мыши клац не выберите цифру. Какую панель? Пойдемте наших мобов врач. Левой кнопкой мыши клац не выберите. Блять, правой кнопкой мыши, ребят. Контекстное меню, все дела. Ребят, давайте мобов. Сейчас очень важно. Идем мобов. Они второй раз такой ошибки не сделают. Какой ошибки? Пиздите меня всем разом? Тебя? Я думал, меня сносят. А ты не заметил то, что меня там проебашили достаточно очень хорошо? А может быть они ассист поделили, нет? Не делили они ассист, они меня притянули удочкой и два глада вместе с орком. По третьему гладу как так, все. Хватит. Они что, резались? По-моему, два раза резались, да? Да, они резались. Так, ребят, надо решить. Либо, может, мы встанем внизу вот у себя там, а? Около нашей решеточки. Мы по очкам-то ведем? Нет. Если сейчас они вот соберут припас, но они так и будут стоять, в любом случае, нелогично еще врываться. Ну а нам что, логично? Ладно. Слушай, ты один, Глата. Кстати, у них, знаешь, у них сейчас атаки будут, персов, прочих. Предлагаю, слушай, Миш... Рубашка была? Да, была. Предлагаю заливать сейчас другого Глата, не единицу, а двойку поменять. Давай, 2-1. Че, давай. Все, на них они бегут. Хорошо, 2-1. Блять. Подняли меня. Да мне сало. Давай чуть-чуть еще. Хорош. Единицу. Блять, еще чуть-чуть. Под спид, снесите сорка. Резко, двойка, блядь, сорт, где, блядь? Пятерку. Блядь, двойка встала, кстати, нет? Да все, он уже труп. Давай двойку. Поднял его. Блядь, отъебался от меня, сука. Блядь, они за мной просто бегают, ну я это вижу. Единица встала. Заездка на ней заездка. А, блядь, скоро исчезнет. Пятерку бей. Ты что, под двумя хилами танка решил залить? А что его бить-то? Единица пришла. Единица.
Нахуй иди. Шестерка тоже нахуй иди. Тройку. Иса съебывает. Да там хилы все живы, вот они в зайце. Зачем вы бежите за ними? У вас хилы под жопой просто сипать. Тройку. Так. Закрывать их надо. Надо... А, ну что, хорошо. Закрываем или что? Нет, 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 не закрываем. Нет, себя... Собираем припасы, Шурика. Убиваем мобов и закрываем. Ой, не закрываем, короче, припасы собираем, и вот эти мобов, которые стоят возле сундуков, убиваем. Сейчас, короче, еще буду пробовать. Мне... Вот сейчас вот мы не могли залить. Кстати, видели? Заметь, Миш, второй глад этот попадает, как вот, стигма с отменой. Я первого не видел, конечно, но вот второй точно, ну, который под двойкой. Я, короче, кинул в него жалящую стрелу, я обычно никогда не кидаю. Он, блядь, склеился очень быстро, потому что хилы не смогли отхилить его. Они не сняли с него дебаф, и он, блядь, да, склеился. Я сейчас, знаю. Короче, начну с жалища, а вы хуярьте его со всей силы. Давай, Миш, единицу все-таки. Ну, не знаю, как насчет... Ну, того точно просто стигма отменил. Нет, тот-то полегче ушел, да. А, так, они в центр пошли. Ну, пускай идут. Это не зря. Моба убиваем. Убиваем моба до конца. Блять, боюсь жать бобра. Я когда, блять, под бобром, все время дохну. Так, ребят, я сейчас могу прям прыгнуть и машину оба... по всем, короче. И сейчас... 1-2. Надо, нет? 1-2. Нет, оставь. Влад, оставь. 1-2. 4000 ДП, куда мне ехать? Ну давай, юзай, хорошо. Я поставлю. Что, врываемся? Спрыгиваем? Влад первый, пошел. Единица, единица. Вот, блядь, почти слили. Жаль, еще мое они отхилили. Он съебывает, двойку надо. Побежал, двойку, переключаемся. Ой. Я встал точно под... Заездка на единице. Двойку. Я прибегу, Кать. Не отвлекайся. Тройка. А, у них что, у них чашка или нет? Нет. У них возможно... 40 контролит. Тройку. Кать, всем насрать, успокойся. Да Глад избивает сразу, вы стойте либо здесь, все, четверку. Беги, беги, гунирок! Не убегу. Угу, сбивают, как же. Тебя они сбивают. Четверку. Как вас? Хоть бы кто-нибудь набил. Вот стоишь сейчас в ебло тупо накастовывает. Ну вот видишь, что как я тебе ударю его! Миш, пересядь на пятерку. Я тоже напишу. Влад. Если тебя контролят, значит закон не бьет. Ой, Влада не бьют массами. И это нам только на руку. Двойку, мы бьем двойку, Миш, с тобой бьем двойку. А, я. Хорошо. Ах ты ебать! Единицу. И, по-моему, там все пошло. Там уже, там, блядь, уже помфил встал еще раз. Умри, блядь. Единицу. От меня, блядь. Четверку съебываем, который съебывает. Быстрее его добить. Нас, сука, поебало. Нет, закрывать нет смысла. Да мы их не закроем, подкладывай. Нет, мы просто их физически не закроем. Ну и смысла от этого не будет. Ну просто там припас сейчас не зареснулся. Один. Да и хуй с ним. Отходим на свою сторону. Сука, отходим. Отходим оттуда. Не поражал, гад. Убиваем на своей стороне мобов. Сразу защищаем. Да, мобов надо. Короче, у единицы нет стигмы. Или есть на отмену, я, кстати, не заметил, если честно. По-моему, нету. Влад, если тебя контролят, это ж заебись. Они, блядь, массами не бьют. Они бьют массами, но в другой стороне, не там, где я стою. Я стою в стороне, чтобы не ловить эти массы. Давай хорошо, хорошо, стой. Это Миша. Сиди на сорке тогда. Какой? Мы к чему здесь втроём? Блять, Катя, Влад, вниз. Такин. Что? Я сказал, отходите. На сорке, да? Ты на сорке сидишь, а мы с тобой, хорошо. Миша, сейчас сидим на единице. Встаньте здесь, я песчаночки поставлю, они ворвутся слабо. Они врываются уже. Хорошо. Единицу.
Вот так вот, хуй тебе, блядь, а не дерево, ебаный сорт. Двойку, она под рубашкой. Двойку, нет, двойка не под рубашкой. Я приединил. Я сразу сказал, переключаемся, двойку. У меня хуярит теперь. Ну шо, вот спит. Ну, я не 100% не стану. Я, блядь, не син. Видите, нахуй. Двойку. Я ему два раза сказ точно сбил. Да ну это хуйня. Вставай. Двойку. Я встал. А, закрыли, блядь. Добиваем единицу. Ну, там уже вроде справились. Почти. Могла бы я, короче, тебя это разбудить. Кать, забей, это бесполезно. Тройка. Сама, короче. Я сейчас просто надену СМ-сет и все. Ладно, что ты бомбишь-то? Я не бомблю. Вот это я пиздец. А как? Вот ты мне просто скажи. Вот ты вот тебе мешает, а ты думаешь, они мне не мешают, по-твоему? Тройку. Не, подождите, в принципе, давайте попробуем. Вот сейчас, что вам мешает залить пятерку, вот объясните мне. Мешает? Уже все, тут уже почти никого не осталось. Ребят, давайте, правда, зальем пятерку. Ну вот действительно, остался странный сраж, и хилы залить его пятерку. Сейчас очки позволяют, мобов в крафте, очки позволяют, так попробовать. Почему нет? Тем более, мне кажется, 40 легко. Который нормально дамажит. Потому что я должен бегать за бегающим, прыгающим сорком, я буду очень долго. А тебе не надо, ты сядь на хилов сейчас тогда, выеби массы по хилам. Садись на тройку, Влад. Хорошо, первый сорк. А вы все тогда просто, понимаете, я как бы милишник, мне сорка пиздить проблематично, а вам проблематично пиздить сорка, потому что у него много отмены. Поэтому выходит так, что мы пиздим Влада. Стоим. Тогда мы все спим, и пизда. Я сейчас дотошку. Пока пизды не было, заметь. И все мы спим. Пятерку сейчас, она хоть знает где. Она сзади, но она сейчас бежит. Все, бежит. Вообще немка. Блять, на мне танк сидит, сука. ЗС-ка, единичку, давайте. Единицу. Вот так вот, блять. Двойку. Сука, резкий, тройка. Вот опять этот. Начнем с пятерки, пятерка хуловая. Пятерка. Блядь, под ЗС-кой, блядь. Ну что мы сделаем? ЗС-ку пробить, Влад. Слепануть. Блядь, под двумя хилами. Нет, блядь. Ну Влад, ну правда, ну. Вот сейчас мы пятерку. Вот нахуй. Ой. Прожал. Что я прожал? А, блядь, я... Двойку. Бывает. Ой, лол. Да пятерку вы бейте, действительно, она, блядь, уже без резки и всего. Ну, блядь, пиздец, ну. Она заебала, блядь, да сдохнешь ты, сука. Ну, блядь, выхиливать, я не знаю. Я ее не бью, просто сразу говорю, на месте два Влада, и я ее не бью. Ну, как это честно. Ну, меня вот слили, на тебе два Влада, а меня слили. Ну, тебя слили. Не, Влад, ну ты извини, конечно, но давай мы будем действовать как мы вот. Да, делайте, что хотите. Хорошо. Все равно уже все. Влад, ну вот смысл. Я не бомблю. Вот мы до этого же били по-другому. Вот сейчас мы вот начали с сорка. Попробовали. И вот что в итоге мы получили? Да. Пизды. Так вы просто попробовали и все, ребята. Попробовали. Ну, смысл нам двум ганнерам сорка выливаться по стихийникам. Идите, ну, это бред. Ну куда, Влад? Ну, закрывают же, один глад всего лишь. Быстрей. Тройку. Сдохло. Мобов. Не знаю, как они отхиливают так. Сорка и не могут отхилить глада. Они реально охуенно отхиливают сорка. Ну, два хила-то. А как они глада не отхилят? Ну, потому что у тебя уже 33 раза. У нас больше, понимаешь, у нас два ганнера. Два ганнера по аллатам бьют намного больше, чем по сорку. Ну, может быть. А мне, в принципе, похер кого бить. Конечно, сорка мне бы приятнее бить.
Но все равно разницы я не сильно чувствую, потому что глаза тоже там бирсов, хуйсов юзают, все это дерьмо, по ним тоже дамаг плохой. Бьем с хуйсни также с пятерки. Точно? Заездка, бьем единицу, да, точно. Ну а что нет-то? Хорошо. Если заездка... заездку, пусть он заездку посвесит. Он на гладов не тратит заездку, понимаешь, в чем прикол? Зачем разводить на то, что не разводится? Итак, он ее тратит либо для хилов, или для сорка. Я просто сейчас скажу это. Он ни разу не кинул на гладов заездку, это к сведению. Он как? Больше не считает нужным, не кин. Когда уже совсем... Пару раз было. Ну ладно, пару раз, хер с ним. Я просто когда не знаю, как вы живете, пока Влад спит. Это какое-то чудо, я не знаю. Потому что эти глады уже два мертвы. Вы, кстати, припасы же не юзали? Юзал. В пятерке. Хорошо. Пятерка походит в курсе. Курс, конечно. Единица. Съебывает двойку. Двойка. Единица. Она, блядь, вообще хуй знает, где стоит, и хуй знает, да, что делать. Тройку. Она вообще то ли вылетела, то ли хуй знает, что. Да, вылетел он. Чего ты меня хочет этот страж? Какой-то странный, он то нам не тройку. Они тоже ищут твою тактику. Четверку. Вот все, он так там и стоит. У них однерка вылетела. Да. Как жаль. Блять, вот так жаль, пиздец просто. Был бы счет 30-30, было бы жаль, а так вообще похуй. 29, да. Мы уже проходили. Да, когда, кстати, не было одного танка, и нам дали пизды за это. Мы это уже проходили. Я бы не сейчас... Пизды, ну, не пизды, а просто 5. Типа ФП устроить хотел. Ну, кстати, да. А хули? Чем я давно лезут ФП с ресом. Давайте, раз у них вылетел, давайте у нас одни РДД станем сверху, да будем хуярить, господи. Давайте Кунакса ебашить, раз у них один вылетел. Да. Ну, раз у них один вылетел, тогда первого сорта. В любом случае. Да. Минус ДД. То есть, типа, я сижу тогда или что, или похуй? Ты сиди, жди, пока они будут врываться. Да, не трать ничего. Так, танк идет. Бывает. Их я папа, реально папа? Да, нет, я папа, они, просто... Они разводят. Я так не трачу домашние скиллы еще. Я просто бью, от которой быстро откатная. Я тоже мне започку экономлю. А, не врываются. Пятерка хуй знает. Оп-о. А, все, да. Да не, норм. Такина. Кого? С пятерочки, да? Пятерки, да. Хорошо. Нет, серого. Да отъебался нахуй. Иди, двойку. Сука, блядь. У него мана закончилась, это смешно. Двойка. Тройку. Четверку. А троечка пока поспит. Да. У них 40 пришло. Блядь, и я сплю. Сука. Ой, это масушка вообще в тему. Да! Тему, да, немка. Вообще неснимаемая, вообще. Неснимаемая, кстати. Ну и чё? Чё? И чё? Танка захуярьте ему чуть-чуть. Пятерка у вас полушотная. Так, боже. Тройка тоже шотная. Круг. Влад, пора. Четверка. А она в парале. Не бейте, смысла нет просто. Да все мы в парале, успокойтесь. Не все, она тоже там торчит вон, как ногами. Ну слипните ее, если она будет выходить из парала, и все. Кстати, да, дай-ка.
Да блин, 5 секунд осталось еще. Да, залейте и все. Успеем, блядь! На нахуй! Успели.